что под ногами, из того делаем. Вот, ну, а система, вот она, то же самое делаем с камышинкой или с соломинкой. Язычок вот так надрезали, все видно, да? Отогнули его чуть-чуть. Тут надо закрыть языком отверстие, чтобы воздух туда не шел, или залепить воск. Ну и, собственно, вот сделали. Первая нота у нас есть. Отступаем от края, прорезаем отверстие, пробуем, насколько она повысилась. Если устроило, если мало, надо отверстие сделать побольше, нота повысится. Отступаем еще, делаем еще одно отверстие. Соответственно, вот таким образом мы создаем музыкальный инструмент. Ну, все очень просто. И так далее. Вам так, на память. Вдруг, как металлическое пособие, вдруг начнете делать музыкальные инструменты. Вот. Ну и, соответственно, народ у нас...